Остальные призывники осенней кампании отправились на службу в армию. 40 человек пополнят ряды десантно-штурмовых войск. Проводить солдат пришли их родные и близкие, а также наши корреспонденты. Эти молодые призывники сегодня пример для подрастающих ребят и гордость отцов и матерей. Руслан Актанов осознанно выбрал службу в армии. Долг родине для него не пустые слова. Мечтал с детства прыгать с парашюта. Родители нормально, у меня вот брат служил, посоветовал, сказал, что-то как делать. Но я считаю всех казахстанцев с 18 лет и выше, то, что кто не служил, должен служить. Как это сказать, долг родине. В Минобороны призыв в армию сделали максимально открытым. Родные и близкие, провожая своих сыновей, могут лично познакомиться с командирами и насладиться торжественным концертом. Надеюсь, я вырастила достойного сына, защитника нашего Отечества. Конечно, нам и всем матерям терпение. Конечно, это очень тяжело расставаться на год. Ну, я верю в него. Осенний призыв в вооруженные силы Казахстана идет с сентября. На сегодня на срочную службу в пограничные войска набор уже завершен. Сейчас формируются группы десантников. В первую очередь из Астаны команда убывает сегодня в составе 40 человек. Десантно-штурмовые войска, город Кунаев, войсковая часть 32-363. Всего осенью из города Астаны будут отправлены на срочную воинскую службу более 1000 молодых парней. Всего же этой осенью по всей стране планируют призвать больше 19 тысяч человек. К тому же срочники смогут воспользоваться льготами для поступления в вузы. Динара Жамбатырова, Хабар 24.